программе деловые игры, мастер-классы, экскурсии, лекции. Молодые ученые прослушивают лекции 20 экспертов в сфере экономики. Среди них доктора наук, руководители учебных заведений, а также представители разных уровней власти. С молодыми специалистами общение всегда важно, потому что это новая кровь, да, которая имеет, скажем так, незамыленный взгляд, да, и поэтому, может быть, какие-то нетривиальные решения, которые они предлагают, будут иметь как раз прикладной характер. Ключевой момент программы – обсуждение стратегии экономического развития Краснодарского края до 2030 года. В ее создании участвовали почти 4000 жителей региона. В документе обозначены цели, к которым должен стремиться регион. Это ежегодное увеличение производительности труда на 5% и внутреннего регионального продукта на 3-4%. Повышение продолжительности жизни, также внимание уделяется воспитанию будущих лидеров. «Умная Кубань. Лидеры будущего» – это тот проект, который будет создавать именно основу, формировать сознание у людей, менять систему органов государственной и муниципальной власти, развивать науку и технологии. Программа обучения рассчитана на 3 дня. В завершении эксперты подведут итоги конкурса проектов молодых ученых.